Александр. Дядя Давиду что-нибудь говори. Я сам научусь ходить. Я сам научусь ходить. Спинку выравнивай. Нет, давай еще во всем комнате. Ты думаешь, бабаке легко ножки выравнивать? А что ты там будешь у Ахтема в комнате делать? Приходим домой. Вот вы тут. Пришли. Давай, держись. Ух, ух ты! Смотри уже, до какого он достает. Да? Открывай пальцы. Пачкал. Все. Нет. Высоко? Ну, давай, заметим. Вот это хорошее. Открой пальцы. Я закрал. Закрас? Ну, давай. Так красный очень низко. Ну давай, чуть-чуть. Открывай ручки. И от молодец. И голову наверх. И стоишь. Я держу тебя. Все?